Ну что, друзья, пробежимся по ценам в Лидле, только чешском. Начнем, пожалуй, сразу с хлеба. Видите, 19,90, 17,90. 19,90, почти 40, 3,90. Я, конечно, перед тем, как смонтировать видео, я укажу все цены, переведу на доллары, на евро, там, уже буду смотреть. То есть, видите, вот, допустим, хот-дог, сосиска в тесте, 11,90 этих чешских крон. Вот, видите, огурки 26,90, капусточка 19,90, 14,90, 24,90. Такие вот цены. Ага. Так, капуста пекинская 29,90. Ну, видите, то есть, в принципе, сливки 19,90, черри, помидор плюс 9, паприка 19,90. Ну, паприка, кстати, дешевая. Вот я уже даже перейду. Вот. Так. Я даже не знаю, как это, наверное, вот это арбуз. А, арбузы вот Удним Мелоун 9,90. Так. Вот такие вот цены. Манго 44,90. Не знаю, я не могу даже все перевести. Авокадо с шини, это малины. А вот это, наверное, это абрикосы, что ли. Фиг я знаю. Мандаринки 59,90. Угу. Ну, видите, такие вот цены. Так, яблоко 49,90. Хм. Да, такое, видите. Бананы 24,90. Так, что еще у нас тут есть? Клубника. Клубника ягоды, что ли? 12,90. Видимо, это она. Огурцы 14,90. Так, а что у нас еще есть интересного? Чай. Чай у нас 29,90. И какой-то 21,90. 19,90. Ну, такая цена, знаете, интересная. Вот, давайте посмотрим на рыбу. Рыба, знаете, очень похожа на Lidl в Польше, только чуть-чуть отличается, допустим, рыба. Вот, видите, лосось 49,90, 34,90, 21,90, 44,90, 69,90. А, это суши. 40. Ага, видите, такие вот суши есть. Кофе 64,90. Угу. Такие вот цены. Так, а вот мясо. Мясо. Это кролик 109, 129 какой-то. Куричий хорни, блин. Что, блин? 59,90. Вот. Куричий кридло, блин. Кридло. Если я правильно читаю, то 49,90. Ага. Крути хорни. Стехно 119. А, это индюк, наверное. Ческа треска 2,21. Ну, короче, я точно, это не похож даже на польский язык, этот язык. Вот колбаски, татарак, 49,90, 99 что-то, видите, вот так вот выглядится. Ага, ириски какие-то, ирски, ну, блин. Надо реально знать этот язык и разбираться в этом. Так, шампиньончики 19,90, 29,90, 19,90. Ну, видите, то есть, в принципе, цены надо перевести, потому что я смотрел по курсу, 1 евро стоит 26 вот этих чешских крон. Что-то странно, разобрали полностью фарш, ничего нету, но фарш 79,90, 74,90, 69,90, 129,64. Ну, посмотрим, что тут еще есть. Ага, это то, что уже подходит к концу срок годности, не продают дешевле. Ага, вот видите,
229 что-то. Вот видите мясо. Ага, вепрово квиковица. Это вот это мясо стоит 159 за килограмм. 59,90. 74, 145, без кости 143. Видите, такое вот мясо. Вот такие вот цены. Ага, филе с курицей, я так понимаю. 219. Вот еще какая-то нарезка. Видите, 79, 69. 69, 99, 119. Есть 54. А что такое 54? Ага, это вот тушка курицы. 4. Куричи стехенни. Риски. 89,96. Вот так вот такие вот цены, видите, на куриц. Надо просто посмотреть, какие тут прям зарплаты. Вот. И тогда уже будет с чем сравнивать, на самом-то деле будет с чем сравнивать. И сок, видите, сок 19,90. Туалетная бумага 79,90. Вот такая, видите. Водичка 19,90. Так, что у нас еще тут есть? Уголь, брикеты 44,90. Вот пивасик 11,90. Мы посмотрим, что за пиво. О, выглядит неплохо. Интересно, тут тоже за бутылку берут, как в Польше? Отдельно ты платишь за пиво, еще плюс добавляют 50 грош за бутылку. Так, вот это водичка, чипсы. Какие-то такие интересные. 19,90, 14,90. Ого, а, это кофе большая. Видите, кофе 249. Так, сразу видите, стоечка с выпивкой. Какое-то винишко 69,90, 69,90. Я не знаю, что это такое. Какая-то тоже барматуха. Вот мартини 149, 149. Много чего такого, что я даже не видел в Польше. Много очень. Молочка, видите. Так, вот такие 7,90, 6,90. Блин, я сейчас тоже себе буду покупать продукты и хочу посмотреть. Я буду расплачиваться просто польской карточкой, там польские злоты, и сколько у меня выйдет. То есть я наберу на определенную сумму продуктов, ребята. Но я немного себе там чисто в дорогу сейчас просто пройдусь, прогуляюсь. Вот, видите, сосиски какие, 39,90, от ней колбасы 69,90. Вот прогуляюсь и куплю себе там дорогу водички, что-то такое, посмотрим, сколько у меня злотых с ними. Так, 99,90 колбаса, 89,90, 49. Видите, то есть такие вот цены. Разнообразие огромное этих колбас чешских. Так, видите, сосисочки 39,90. А есть такие сосиски, как в Польше, которые большие? Ну, типа такого килограмм, а это 500 грамм, 79,90. Это, ага, вот они, те самые сосиски, которые есть в Польше, 49,90. То есть, грубо говоря, 1 евро... Нет, это получается 2 евро. 2 евро, ну, чуть дороже, да, согласен. Так, вот молочка. Тоже такие же сыры, как больше в Лидле. Таким же названием, выглядят примерно так же. 39,90. Ну, чуть-чуть дороже, да. Серьезно, чуть-чуть дороже тут цены. Вот видите, еще цены. Так. Опять йогурты. Ага, ведь йогурт была из Польши, такая же, 7,90. Ну да, аж... Ага, не, вот 16,90 она стоит. Здесь больше она тоже есть. И цена, в принципе, я так понимаю, 16,90, грубо говоря, делить на 4, на 5, 3. Да, примерно та же цена, вот, могу сказать. Молоко 17,90. Что-то у них все время 90, везде 90. Не знаю, с чем это связано. Видите, масло. Больше я покупаю раму, а тут какая-то флора. А с виду похоже. 52,90. Сколько яйца? 30 штук. 119. Так, посмотрим, что тут. Ага, видите, оливки, маслины, грибочки, огурчики. 24,90 огурчики.
Так, ну, наверное, вам будет интересно узнать, сколько будет стоить чешское пиво и какое оно тут, потому сейчас мы буду искать, где оно есть. А прежде будем показывать вам цены. Так. Соль с йодом 3,90 за килом. Так что вот такие вот. Так, мороженое. Мороженое 59,90. Картошка фри за килограмм 22,90. Хронолки. Вот такая вот. Интересно. Ого. Что-то такое интересное. Больше такого я не видел. Что продается на... А, это гусь продается 599. 4,5 килограмма. Неплохо. 90 литр пива. 1,90. Вот какое пиво тут чешское. А арбуз какой-то там. Еще что-то. Такое, видите. Немного тут влезли этого пива. Но цены, видите, 6,90 по какой-то по скидке. Есть даже в пластиковых бутылках. Ну, видите, цены такие. 8,90, 9,90. Так, видите, вино 59,90, 64,90. Почему тут все 90, блин? Я даже не могу понять. Так что, ребята, все. Я думаю, на этом я буду заканчивать. Вот такие вот цены. Вкратце вы увидели, что тут есть. Пиво Козел. Тоже есть 12,90. Козел. Ну, выпивка, даже польская зубровка есть. Польская зубровка 99,90. Видите, есть какое-то другое бухло. Угу. Так, вот сладости. Тоже, видите, какие-то такие интересные сладости чешские есть. Так, купил я, короче, воду. Получается, бананы, грушку и персики. Это у меня получилось на 42,98 этих крон сейчас.